Большую часть жизни живописец прожил в Италии, где приобрел известность и уважение. Природа Италии, которой он восхищался, работая на натуре целыми днями, становится предметом его поклонения и изображения. Яркий представитель классицизма, художник Федор Матвеев воспроизводил природу не как место тихого уединения или мечтательного созерцания, а как зримое воплощение идеальной красоты и божественной гармонии. Живопись превосходит само естество, избирает в целом зрелище природы самое совершенное, соединяет разные части многих мест, писал Петр Петрович Чекалевский, один из теоретиков классицизма в России. Обращаясь к изображению конкретного ландшафта, Матвеев упорядочивает реальные впечатления, облагораживает натуру, избирает в ней самое прекрасное и представляет зрителю образцовую, очищенную от всякого случайного картину, не зависящую от несовершенств и случайностей повседневной жизни. Таким образом, реальность в произведениях последователя классицизма преображенная, возвышенная и даже героическая. Поэзия пейзажей Матвеева – поэзия разума, а не сердца. Матвеев последовательно следует всем предписаниям, касающимся построения классицистического пейзажа. Симметрия в композиции считалась одним из важнейших правил. «Неприятно зрению все то, что хотя бы мало погрешно против симметрии», пишет Урванов в своем руководстве по рисованию живописи. «Вид в окрестностях Тиволи» относится к периоду расцвета творчества Матвеева. Художник питал особую любовь к этому маленькому древнему городку неподалеку от Рима и посвятил ему несколько своих работ. Например, «Вид в Тиволи близ Рима». Мастер логично и точно организует пейзажное пространство, обширное, хорошо обозримое. Среди пышной зелени видны древние архитектурные памятники, олицетворяющие многовековую историю человечества. Широкую панораму замыкают у горизонта пологие горы. Над величественной равниной раскинулось безоблачное небо. Пейзажные дали Матвеев пишет столь же объемно и подробно, как и близлежащие планы. Эту особенность подметил еще один из первых историков русского искусства Петров. Он писал в 1863 году. Пейзажи его, у первого из русских художников, рисуются над горизонтом лиловые горы не просто чертою, а целую панораму легких пиков, выступающих из светлой дали.